Новоселье детей-сирот откладывается. Два дома в 10-м микрорайоне поселка Солнечный 2 не сданы, несмотря на объявленный чиновниками областного правительства срок 10 августа. В этих 10-этажках должны получить квартиры 200 детей-сирот Саратовской области. На сегодняшний день жилье не готово к заселению. Повсюду строительный мусор, не подключены газ и вода. В некоторых квартирах нет входных дверей. На жилье для сирот в этих домах было выделено из регионального бюджета более 150 миллионов рублей. Изначально по контракту подрядчик должен был завершить работы еще в прошлом году. Как объяснил заместитель председателя правительства Валерий Сараев, сроки затянули подрядчики, занимавшиеся отделкой и коммуникациями высоток. Там ситуации и сроки были задержаны, и сегодня там ведут окончательные работы, связанные с газификацией и отделкой квартир. Потому что через 10 дней, в течение 10 дней мы этот дом заселим.